Ну что, сейчас то, ради чего вы здесь все находитесь, да, то, ради чего вы сюда все пришли. Наверное, у каждого сейчас есть такой маленький мандраж внутри, да, потому что сейчас выйдут спортсмены. Я назову их настоящими спортсменами, настоящими бойцами. Они выйдут на этот ринг уже не в первый раз. Ни один, ни второй здесь уже провел не один бой. Их было очень много. Наверное, сотни боев. Мне очень гордо представлять этих людей, потому что первого, кого я хотел бы представить, это гость, который приехал из Голландии. Это весовая категория до 95 килограмм. Можно назвать ее абсолютно, правильно говорите. Можно назвать ее тяжей, супертяжей, да. Ребята, встречаем Хусейн Махамад, Голландия, синий угол! Ваши аплодисменты!
молодость или опыт. Ребята, вы готовы? Театральные! Это бой сегодняшнего вечера! Первый раунд! Are you ready? Громче, друзья, громче!
Украина. И я думаю, для Андрея Геннадьевича сейчас как раз таки самое слово. А мы попросим сейчас судьи посчитать количество очков. Очень равный, очень спорный бой. И все-таки интересно, кто же победил в этом бою. Вы знаете, все сейчас будет зависеть от наших рефери, от наших судей. И, конечно же, торжественное закрытие.